Уважаемые земляки, дорогие друзья, все, кто сейчас дома, в дружеском кругу, на площадях и в парках у наряженных елок, все те, кто в пути, на службе, на работе, в Новый год мы все вместе слушаем бой легендарных кремлевских курантов, которые звучат на весь наш, вроде бы огромный, но в то же время такой маленький мир. Проводив с благодарностью 2019 год, мы встречаем юный 2020. У Нового года есть счастливая особенность. Он в одну секунду зачеркивает все плохое, что случилось в прошедшем году, и дарит шанс начать все с чистого листа. Снова пойти на штурм тех вершин, что не покорились нам прежде. Простить тех, кто вольно или невольно обидел нас, и попросить прощения у тех, кого обидели мы. Исправить ошибки, вернуть любимых. Но главное, он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти к ним с новым упорством. В эту ночь мы открываем для себя неизведанные горизонты свершений и верим, что все получится. Силу для этих свершений дают нам те, кто рядом. Наша семья, наши родители, наши дети, наши друзья. Обнимите их сегодня. Скажите самые добрые слова. Пусть они почувствуют тепло ваших сердец. Как известно, любовь и доброта спасут мир. Так станем же в этом году немного добрее. Протянем руку нуждающимся, поможем обездоленным, улыбнемся ребенку, возьмем домой бездомного кота. Станем добрее, и мир станет добрее к нам. Загадывая желания в последние минуты уходящего года, мы едины. Мы желаем всего самого доброго себе, своим близким, своим друзьям, своей родине. Так пусть это единство сохранится на весь год. Тогда мы точно справимся со всеми вызовами и возьмем все вершины. Желаю вам, чтобы исполнились эти самые заветные желания. Пусть ваш домашний очаг всегда будет полон любви, тепла, достатка. С Новым годом!